Всем большой-большой привет, зритель нашего канала. Большой привет вам из отеля Utopia World, который находится в Махмутларе. Итак, в предыдущем видео мы были в полном восторге от номеров, которые нас заселили. А сейчас мы с вами идем изучать территорию этого красивого отеля. Смотрел предыдущее видео, обязательно посмотрите, потому что будет обзор номера. Смотрите, какая у нас шикарная терраса, какая у нас комната. Мы сейчас все собираемся и выходим. Одеваем каждый по браслету. Вам хочу рассказать пока, что тут у нас в отеле есть. Ну, понятно, что завтрак, обед, поздний ужин, ночной, в общем, ужин до часу ночи. Завтраки с 7 утра и заканчиваются, в общем, можно есть и есть. Потом, смотрите, выпечка, выпечка у бассейна, мороженое, бар, в общем, закуски. Чего только нет. Рестораны а-ля карт. Пока мы собираемся, поэтому я хотела вас немножко ознакомить. И также здесь теннисный корт есть, ракетки, мячики, настольный теннис, турецкая баня, сауна, парная, беспроводной интернет, пляжные полотенца. Все это вот можно пользоваться. Все, конечно, мы с вами посмотрим. Памятка – это памятка, но нужно убедиться наглядно. Ведь у нас окна выходят вот на ресепшн. Но здесь не шумно. У нас в апартаментах дорога, а здесь после апартаментов, ну что тут будет, несколько машин приезжать. И смотрите, какой замечательный, замечательный вид. Постоянно ходит автобус такой на пляж. И мы поедем сейчас с мамой. Покажем дорогу вам на пляж. Он ходит, интересно, круглосуточно или только до какого-то времени? Что-то мне она сказала, по-моему, круглосуточно, что ли, ходит на пляж. Представители Coral. Мы купили путевку дома в России и от Coral. Просто без авиабилетов. Так, вот наш балкончик. Проезжаем. И едем на пляж. Дорога на пляж. Здесь, конечно, можно пешком ходить, но это нереально. Это может быть зимой. Нет, утром рано. Да не, мне кажется, нет, спускаться можно. Сейчас посмотрим, сколько занимает времени дорога. Высоко сижу, далеко гляжу. Зато здесь какая растительность, да, все зеленое. Но, кстати, нам рассказали, что пляжи Махмутлара еще в том году были все зеленые. Просто сейчас идет глобальная реконструкция, все меняется, все делается заново. Они выкопали все пальмы, и потом все это будет сделано. Поэтому то, что я вам показывал в предыдущих видео, пляжи такие, это только временное явление, потому что работают люди, улучшают свою инфраструктуру. И дорога вот эта будет, объездная, нам сказали, будет большой горнолыжный курорт. О, какой спуск. Ого. Вот такой спуск. Ну, видите, люди пешком идут. А это банановые деревья. Видишь, бананы? На бич. Кто-то хочет пешком ходить. Не, ну, в принципе, мы утром тоже пешком дойдем с Леной. Раненько будем вставать. Вот бананы, видишь, как выращивают. Это мы едем к лифту. А на лифте уже спустимся вниз. Да. К лифту? Ну да. А вон люди ожидают. Взяли нам карточки на пляжные полотенца. Сейчас вам все покажем. Ну, вообще-то мы всегда берем отели на первой линии. Ну, очень хотелось посмотреть Утопию. Поэтому спокойненько сейчас спустимся, ничего страшного. Качели, лавочки. Вот. Доехали. Теперь идем к лифту. Все. Вот здесь лавочки в тенечке. Мы же очень высоко в горах. Слышь, живем. А как проезжаешь, когда по Грузии путешествуешь, как же они там живут? Высоко-высоко в горах. Зато недолго живут. У них чистый воздух, чистейшая вода. Так, ну а мы с вами вот здесь вот сейчас по ступенькам спустимся. Вот, пожалуйста, лавочка. Кому нравится, сидит, отдыхает. Смотрите, какие молодцы. Идет девушка, коляску несет. Подбежал быстрее сотрудник, коляску взял и стал ей помогать. То есть насколько хорошее отношение людское. Осторожнее вам по ступенькам. Нет, почему нету? Мы идем пока за людьми. Ну, такие ступеньки не детские, да?
Не, мама, мы есть еще лифт же. Или где он? Или все так? Ладно, мы сейчас все изучим. Первый блин, он всегда комом. Ну, не то, что всегда. Ну, пока еще не знаешь. Вот идем над дорогой. И с этой стороны. Теплицы. Зелень. Бананы выращивают. Какие вообще, я говорю. А, вот к лифту мы подошли, да. Шли-шли. Это такой переход в Утопии. Кто будет отдыхать, чтобы вы были в курсе. Вот такой вот длинный переход. И сейчас мы подошли к лифту. Мы в Греции, по-моему, так отдыхали. Тоже лифт такой у нас был к морю. Не помню, где, на Косте, что ли? Так, нажимаем кнопочку. Заходим в лифт. Так, и какой же нам? Нулевой? Нулевой, наверное. Так. Сейчас посмотрим пляж. Так, вышли из лифта и выходим на пляж, попадаем. На пляж отеля «Утопия». Зонтики, лежачки. Сейчас выберем все с мамой место. Мы первые сегодня пошли в разведку. Так, нам сейчас надо взять полотенце. Душевые, все есть на пляже. Это туалет, а вот здесь, наверное, полотенце. Спустился с лифта направо и сразу полотенце. Хочешь, пойдем по пирсу пройдемся? Хочешь, вещи кинем потом? Хочешь, можно там пойти? Здесь заход хороший, смотри какой. Здесь на пирсе. Где, на пирсе ляжем? Попробуем здесь. Нет, ну, очень много людей, я хочу сказать, да? А хотя, вот, смотри, хочешь, сюда ляжем. Лежаков-то достаточно. Полотенца закончились, принесут попозже, сказали. Потом мы с вами поднимемся в бар, посмотрим. Очень удобно. Не, вообще цивильно так. Пирс, смотри, какой большой. Песочек. А вот отсюда мы спустились. Вот он наш отель. Так, лежаки есть. Чтоб у меня не возникало сомнений, плыть или не плыть, заходить либо не заходить, я буду спускаться с пирса. Вот это World. Отель на горе. В общем, я хочу сказать, что с пирса заходить совсем другое дело. Там нет времени на раздумья. Ты раз и уже поплыл. И вода, кстати, теплая. Что, мам? Я бы в таком отеле согласна месяц пожить. Ага, маме нравится отель. Похуже, да? Получше, чем апартаменты, да? Номера очень хорошие. Ну, нам, да, номер. Так что нас четверо. И вот такой вот двухэтажный номер. И нам, конечно, он очень понравился. Сейчас пойдем еще погуляем по пляжу. Все, поисследуем территорию. Вот тут в баре. Очередь небольшая и очень удобно тоже в тенечке, под зонтиками люди расположились. Попробуем с берега зайти, теперь уже все, первый процесс пошел, адаптация у меня нормальная сегодня, даже море теплое, могу сказать так. Так, ну что, пляж галечный, мелкая галька, давайте посмотрим, какой заход. Так, мама пошла и здесь тоже, а там волн не так, как много. Ну, в смысле, не так бьются. Нет, там лучше, вот мне больше нравится. Так, и потом вон туда с вами пойдем погуляем. Ну, в общем, тут что говорить. Атмосфера по кайфу. Ладно, пойду присоединюсь к маме. Отлично? Ну, все. Ну что, замечательно. Окунулись с мамой. Какая благодать. Благодать не то слово. Не, классно. И в апартаментах хорошо. И здесь хорошо. Поэтому у нас миксовый будет отдых. Здесь побудем, поедем к себе. Слышь, к себе. Потом поедем в другой отель. В общем, планы наполеоновские. Мечты-мечты, где наши планы. Ну, вообще, конечно, здорово. И лежаки пустые есть, и зонтики есть. И несмотря на то, что отдыхает большое количество людей. Вот единственное, полотенца пока не хватает здесь около
море. Мама забрала себе последние, опять они их принесли. Мама успела себе взять одно, и они опять закончились. А я в баре смотрю, арбузы несут. Видишь, целую тарелку? Угу. Ну, потом с вами. Ой, я хочу. Хочешь арбузы? Да. Иди снимай и принесешь тарелку. Сырки, иди снимай и принесешь. Пойду. Песок раскаленный, вообще невозможно даже наступать. Все ноги можно сжечь. Маме моя понравилась туника. Сейчас я вам покажу. Которую в Доминикане покупала. Ну, действительно, она классная. Надо было вообще их разных-разных накупить. Кто же знал, что мы в Доминикану теперь не скоро поедем. Так, ну что, пойдем посмотрим, что интересного есть в баре. А шинги гелен битти ми? Какая стена ведь с камней. Еще туда выше подниматься. Здесь худеть и худеть. О, огромный бар. Так, здесь... Бич-бар закрывается в 6. Различные напитки, вина, шампанское, как. Можно тарелочку возьму? Спасибо. Перекусы, закусочки. Мама захотела арбуз. Возьму сейчас арбузика ей. А и может быть она захочет банан. А здесь уже турецкие лепешки. Кстати, уже очень хочется. Во. Возьму две, одну себе, одну маме. Начинается отдых в отеле. Так, супчик есть томатный. О, какие пиццы красивые делают. О, сейчас Ленок с вами пойдет. Макароны вот с такой подливкой, обожаю ее. О, здесь можно бургеры делать. Котлеты, картошка. О, курочка гриль. Все. Вот ассортимент. Все. Понесу маме арбуз. С лепешкой. Ну что, покупались, арбузиком перекусили. И незаметно как настало время обеда. Вот здесь вот, когда, чем отличается отельный отдых, там в апартаментах сам себя хозяин. Да. Здесь только согласно расписанию. Хочешь не хочешь, на обед уже идти надо. Не, ну, знаете, хорошо и там. Я не могу сказать, где лучше. Везде хорошо. Везде там, где мы приезжаем. Мы же сами выбираем свой отпуск, сами планируем, сами делаем его лучше. Поэтому, не знаю, нам очень нравится, вот как мы вот сейчас вот поступили. То есть в апартаментах пожили, в отеле. Сейчас приедем. Дома пятницу, субботу, воскресенье и опять поедем в отеле, вот уже просто в другой город, в Сиде. Вот. Потом приедем, потом захотим, поедем, захотим, нет. Но здесь вот видите, тут мне не хватать будет по утрам набережной, где я буду 10 тысяч. Есть только спуск, но спуск и подъем это не то, что по прямой, это будет очень сложно. Ну ладно, зарядку мы все равно с мамой будем делать, а там посмотрим. Ну все, будем вам показывать. Ну а сейчас впереди у нас обед. В общем, и мороженое в упаковках, смотрю, магнат, и фрукты, и снэк-бар. В общем, такое, все классно. Так, ноги, душ, помыли все. И сейчас поднимаемся обратно на лифте. Тут ведь, ну, в общем и в целом, пляж мне очень понравился. Понравилось то, что много свободных лежаков. То есть не надо ходить в поисках. Понятно, что и людей много, но и лежаков много, хватает всем. Это, несомненно, плюс. Тут расписано полностью анимация. Что, когда будет. Давайте вам покажу вид сверху. О. Высоко стою, далеко гляжу. Хороший, да? Да. Заход. Вылет, а? Вода хорошая. Вы разведаете после обеда. Ну да. Покажешь. Здесь, когда выходишь из лифта, вот такой вот переход со ступеньками. Так что имейте в виду, кто едет отдыхать, у кого коляски на руках. Коляски, да, тяжело поднимать. Но они помогают, но их же не всегда работники с вами. Поэтому ступени. Так что учитывайте этот факт. У кого там ножки больные или еще какие проблемы. То есть это вот так вот. Видите, начинаются ступени. Мама будет считать, сколько ступеней. Ну, кому-то это не проблема, кому-то неудобно. Так что специально вам показываем, рассказываем все, что видим. 17 было. 17 было. Вот они туда до конца, видите, идут. Еще вот такие. 19. Еще посчитала, мама говорит, все, неохота считать.
Фу, кто устал, можно вот здесь посидеть. Легкая, да. И сюда подходит автобус. Он уже идет. Не успели подняться, он уже тут как тут. Все. Разворачивается. И поехали в горочку. Ну все, тот же путь, только наверх. Это мы виллы, ну, коттеджи проезжали. Там тоже селят, но мы в главном здании поселились. Но тут тоже, вот, мам, видишь, коттеджи? Ага. Тоже хорошо в коттеджиках. Просто в ресторан далеко ходить. Но мы из-за мамы. Мы бы с Леной, конечно, бы в коттеджике поселились. Ну, а так нормально. В отеле есть трансфер, который несколько раз спускает вниз. Представляешь? Да. Ну, ты хочешь в город? Как ты доберешься? Вот, пожалуйста. А потом оттуда забирает? Тоже, да, как-то забирает. Надо расписание узнать. Мы еще не все знаем. И мы живем очень удобно. Вот стол, стойка. Guest reservation. И мы вот уже дома сразу же. То есть нам никуда не надо ни подниматься, ни ходить. Раз и пришли. Потом с вами посмотрим, какие цены в магазинах. Ну, для мамы это очень удобно, потому что... И зашли в номер, который мы вам показывали. Ой, прохладненько. Вот смотрите, как здорово, что солнце не заливает наш балкон. Поэтому у нас просто чудесно. И у нас с мамой весь первый этаж. А у Лены с Ваней весь второй этаж. Ну, нам очень нравится. Очень. Прямо вот первое впечатление, оно самое правильное. Понимаете? Ходишь, хоть что делаешь. А самое главное... Две ванны, да, и два туалета. Ну, это вообще классно. Все. Так, ладно, друзья, в этом видео пляж я вам показала. Атмосферу показала. Чтобы вам сильно не утомлять, я не буду делать длинные видео, потому что кто-то не любит долго смотреть. На этом заканчиваю. Для того, чтобы обязательно увидеться с вами вновь в этом прекрасном отеле Утопия Ворд. Как вам? Напишите, кто был, кому нравится, как мы показываем, кто бы хотел сюда поехать. На... Узнала сегодня Guest Relation, что такой номер, дуплекс, как у нас, стоит сейчас 400 евро и номеров, ну, номеров свободных нету. Говорят, будет только после 9 июня. А на этом я заканчиваю с вами видео, чтобы встретиться вновь. Пока-пока, мои дорогие.